Aquafish Comet. Это блесна вертушка 2, 3 и 4 номера у меня в наличии. Давай достанем, к примеру, 3. Вот как она выглядит. Такая рыбка и с бусинками. Складывается впечатление, как будто рыбка водится за пищей. И за счет этого, кстати, может спровоцировать хищника. Как будто у нее отбирают ее добычу. Давай покажу, как она играет. И по дальности заброса заодно. Так, по забросу. Как видно, довольно далеко полетела. Заводится сразу же с полоборота. Можно быстрее, можно медленнее вести. Играет очень хорошо. Давай расскажу более детально про нее и попутно покажу, как я на нее ловил. Овальный лепесток вертушки в рабочем состоянии под углом отлета 45 градусов. Центр тяжести сердечника блесны смещен к низу, вследствие чего блесна практически не закручивает леску или шнур. Чеканный лепесток создает заметные гидроакустические колебания, приманивающие окуня, щуку, судака, головля и многих других хищных и не только рыб. А флуоресцентная бусинка, напоминающая икринку во рту малька, дополнительно провоцирует рыбу на атаку блесны. Блесна выпускается с тремя размерами лепестка – 2, 3 и 4. Каждому цвету лепестка соответствует наиболее оптимальный цвет тела блесны. Вес приманки, соответственно, 9, 12 и 20 грамм. Все блесна оснащены высококачественными японскими тройниками Ultra C, которые сводят хвостые поклевки практически к нулю.